Владельцев бойцовых собак предлагают обследовать у психиатров. С такой инициативой выступили в Мосгордуме. Депутаты считают, что перед покупкой собаки бойцовой породы будущий владелец должен получить справку, подтверждающую его вменяемость и адекватность, а также пройти обучение в специальном кинологическом центре. Инициативу рассмотрят в ближайшее время. Отмечу, что если поправки примут, те, кто уже владеет бойцовыми собаками, должны будут оперативно пройти лицензирование.